еще часа два и так далее. У меня есть три заявки из разных концов. Из США, из Германии. И еще есть одна заявка нашего уважаемого Юрия Алексеевича, вот администратора и оператора. Дело в том, что должен я поздравить всех, кто служил в вооруженных силах. Юрий Алексеевич, моряк, у нас из морфлота тоже есть здесь люди. Из Германии, ну ладно, это названный брат мой. Где он, как он, там, чего там, с ним говорили, и один из Америки, тот зенитовец, декабрист, вот. Так что я отвлекусь от этой афганской темы, с вашего разрешения. Да? Эта песня он уехал куда-то, он вниз, по-моему, да? Ой. Ну так вот, ага, хорошо, спасибо. Песня посвящается всем, кто служил на флоте. Называется она «Порт надежды и разлуки». На самом краешке земли, где чайки мечутся в испуге, стоят на рейде корабли. В порту надежды и разлуки команды их на берегу еще не ведают приказа, и капитанский мостик пуст, и мертвые стрелки у компасов. Но выйдет срок, придет посад, разбудит старых капитанов, упруго вздует паруса и понесет над океаном, и, покидая материк, задраив палубные люки, оставь печаль свою, старик, в порту надежды и разлуки. И, покидая материк, задраив палубные люки, оставь печаль свою, старик, в порту надежды и разлуки. Оставь, моряк, на берегу земные радости и беды. Кто был твой враг, прости врагу его нападки и наветы. Где море с небом пополам, вчера враги, сегодня други, за все сполна воздастся нам. В порту надежды и разлуки. Оставь, моряк, ах, нет, иные ждут материки, и манят светом незнакомым, но всех важнее маяки, что путь указывают к дому, они зовут издалека, лучи раскинув словно руки, и ожидают моряка. В порту надежды и разлуки они зовут издалека, лучи раскинув словно руки, и ожидают моряка. В порту надежды и разлуки, как стонут чайки за кормой, сулят шторма и непогоду, за горизонтом дом родной. А горизонт скатился в воду. Но если верен наш компас, нас встретят верные подруги в заветный день, счастливый час, в порту надежды и разлуки. Но если верен наш компас,
нам встретят верные подруги. Заветный день, счастливый час. В порту надежды и разлуки. Вторая песня не моя, она мне просто очень нравится. Эта песня написана давно, где-то в годах 70-х, 80-х, двумя студентами или аспирантами, из археологи в Крыму. Они раскапывали там, что осталось от римских легионов, и написали песню. А мне она почему-то кажется важна, хоть это было там, бог знает сколько сотен лет назад. Но 6-й легион римской регулярной армии. А? Да, железным его назвали, абсолютно верно. 200 лет. И исколесил все, что можно. Так что вот эта песня. А Херон — название реки. Название реки, что там, Сирия? Греция, там чего хочешь. Ну да. Да. Там будет слово Косего. Переводится по-русски. Ну как у Олега или Игоря. Иду на вы, на ты. Значит, идут римские легионеры. Эта песня веет чести и преданности своей великой империи. Легионер. Пусть я паду под Ахероном, пусть кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона все так же рвется к небесам. Орел шестого легиона все так же рвется к небесам. Прежде храбр он и беспечен, и, как всегда, неустрашим. Пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, великий Рим. Пусть век солдата быстротечен, но вечен Рим, великий Рим. Пусть кровь ладони нам не в тягость, на раны плюй, не до того. Пусть даст приказ Тиберий Август, мы точно выполним его. Пусть даст приказ Тиберий Август, мы точно выполним его. Под палестинским знойным небом, в сирийских шумных городах, Предупреждение Косего заставит дрогнуть дух врага. Предупреждение Косего заставит дрогнуть дух врага. Сожжен в песках Иерусалима, в волнах Евфрата закален, в честь императора и Рима шестой шагает. Легион, в честь императора и Рима шестой шагает легион. Пусть я погиб под Ахероном, пусть кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона, как прежде рвется к небесам. Орел шестого легиона, все так же рвется к небесам. Спасибо. И эта песня, запрос пришел из Америки. С волей судьбы там оказался зенитовец, из тех, кто в 79-м штурмовал Кабул. Не буду называть его имя и фамилию. Я скажу.
долго туда пойдет, через Германию эта песня, но он просил, и я должен вспомнить. Виталий его зовут. Виталий. Хотя, может, и не полный, не это. Неважно. Первые слова забыл. Полночный тост. А, спасибо. Спасибо. Я на вас только и надеялся, когда собирался сюда. Спасибо. Да нет, забывается просто. Вот уже опять забыл. Да. Этот начинается, наверное, как деменция. Друга старого, с которым вместе шел через войну. Земля дымилась, плавилась пожарами, а мы мечтали слушать тишину. Я поднимаю тост за друга верного, сурового собрата моего. Я бы не вернулся с той войны, наверное, когда бы рядом не было его. Последние патроны сигареты ли мы поровну делили пополам. Одною плащ-палаткою согретые мы спали, и Россия снилась нам. И сколько бы мне жизни не отпущено, куда бы не забросила судьба, я помню, как однажды друга лучшего свела со мной афганская тропа. Старой фотографии любительской, еще после атаки не остыв, стоим мы, два десантника из Витебской, устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, свеча горит и тает стеарин. Мы в день последний верили с Алешей, тот день пришел, я праздную один. А за окном ночная тьма колышется, гляжу на фотографию, курю, и мне охрипший голос друга слышится: живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Рассвет встает над городом пожарищем, по улицам трамваями звеня. Я пью вино за старого товарища, а был бы жив, он выпил за меня. Спасибо. Пока курили, пришла еще заявка. Песня не моя, но веселая песня, в общем-то. Правда, когда замкомандира нашего, он с Юрием Ивановичем, зонального командира, он ее слышал, все пытался расстрелять магнитофон. Помнишь Осипова? Жив, здоров. Говорил с ним на медне. Говорит, что ж вы, гады, вы даже не знаете, что за чеквардак, что там было, столько наших положили, а вы тут дурацкие песенки поете. Ну, дурацкая песенка. «Синеглазые шурави» называется. Я услышал с кассеты в исполнении Юрия Кирсанова. Кирсанов тоже жив в Донецке, судьей мировым там, на нашей стороне. Как у нас в уезде чеквардак,
Среди женщин шум и кавардак, из Кабула к нам пришел отряд под названием «Кодовым каскад». Каскадеров я пошла смотреть и стояла, скрывшись за мечеть. Вдруг гляжу, идет ко мне один синий глазый молодой блондин. Лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-лай. Вдруг гляжу, идет ко мне один синий глазый молодой блондин. Как взглянула я на шурави, так в душе запели соловьи. Позабыла стыд и шряд, говорю, пойдем со мной, солдат. И пусть ты не обрезанный кафир, только для тебя устрою пир. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-лай. Спать с собою рядом положу и сниму не только паранжу. Но глядит уныло шурави, ты меня, красотка, не зови. Наш начальник, строгий машевер, заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шурави, ты минуты радости лови. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точит ятаган. Лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай. Знаю я, в горах сидит душман, против русских точит ятаган. Шурави смеется, не пугай, всех душманов мы отправим в рай. На земле афганской будет мир, вот тогда мы и устроим пир. Пролетели дни, как листопад, и ушел в Кабул отряд каскад. А я жду, сгораю от любви, где ж ты, синие глаза и шурави? Лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-лай, лай-лай-лай-лай-ла-ла-ла-ла-лай. А я жду, сгораю от любви, где ж ты, синеглазый шурави? Спасибо. Скала Сангемора, скала Орлов в переводе, нам сказали. Мы там ловили, Иван Иванович еще не помнит, он скажет, Петя ничего не помнит. Мы там рыбу ловили, высокая. Когда-то там шахи выкидывали неверных жен в речку Кокча. Прямо оттуда сверху, там 10 метров. И бабуруны такие, в общем, не выплывешь. А мы ловили рыбу. То есть рыбу ловили солдаты, БТР разогнали, сетки сделали, вытаскивали рыбу. Маринка там и всякая другая. А мы малые саперные удочки, большие саперные удочки, гранаты, и к ней приматывали еще шашку толовую для эффекта. Подымался туча камней, пыль, рыба кверху пузом, белые солдаты ее вычерпывали, и мы там потом уели. Вот. Но песня грустная. Гонит ветер листву, как листки партитур. Горы замерли в траурном марше, мы безмолвно стоим на скале Сангемур, уцелевшие, чествуем павших. Мы безмолвно стоим на скале Сангемур, уцелевшие, чествуем павших. Над скалой Сангемур разгулялись ветра. У подножия бесится речка, нас 12 из рейда вернулась вчера, а троих приняла к себе вечность. Нас 12 из рейда вернулась.
началась вчера, а троих приняла к себе вечность. Разом скинулись к небу стволы АКС, троекратно откликнулось эхо, и ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный для человека. И ушел в облака смертоносный свинец, предназначенный для человека. Не вершители зла, не ловцы синекур, мы твои одиссеи, отчизна, на скале Сангемур, на скале Сангемур, наша гордая, горькая тризна, на скале Сангемур, на скале Сангемур, наша гордая, горькая тризна. Кто сказал, что Восток вековечен и мудр? Здесь хранилище истинной веры, на скале Сангемур, на скале Сангемур, только камень шершавый и серый. На скале Сангемур, на скале Сангемур, только камень шершавый и серый. Эта песня называется «15 человек». Написал ее между 88-м и 89-м, между вторым и третьим заездом в Афганистан. И потом написал продолжение. Так у нас продолжение. 15 человек. Нас много или мало? Узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Короток был приказ, куда еще короче, нам топать предстоит почти что в Пакистан. И выйдя на рубеж к исходу этой ночи, с налета захватить с оружием караван. Нам комполка сказал, что будут вам награды, и тем, кто не дойдет, и тем, кто уцелел. А замсполит сказал: вы справитесь, ребята, но почему-то сам идти не захотел. И вот четвертый час утюжим эти скалы, полночи позади, и главное успеть. А где-то там вдали, за синим перевалом, полсотни басмачей торопятся на смерть. Они заплатят нам за взорванные школы, за слезы матерей, за выжженный кишлак. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. Шагай, солдат, шагай, у них настрой веселый, а мы им поутру сыграем отходняк. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, пока качает ночь звезду над головой. Спасибо. Псковская, да. Но не знаю ничего про них. Память ей, да. Продолжение. Наши времена. Афганцы вернулись домой. Война закончена. И закончилась война. Да здравствует гражданка. Героем всех времен кого-то назовут. А ты давай крути, верти свою баранку и жди, когда опять на бойню призовут. А те, кто за тебя
судили и рядили, кто за твоей спиной разваливал страну. Заявят, там тебя напрасно не добили, так вот тебе приказ на новую войну. И снова, как тогда, полезем мы по скалам, и снова, как тогда, попробуем успеть. А бывший комполка получит генерала, а красный замполит успеет побелеть. 15 человек, нас много или мало, узнаем погодя, когда начнется бой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Шагай, солдат, шагай, пока заря не встала, и радуйся, что ты пока еще живой. Эта песня у меня есть там такая, лишь для меня, называется «Письма с фронта», «Письма с войны». Хотя я не очень писал домой песни. За год 6 писем. Ну, не люблю я письма писать. Ну, не герои эпистолярного жанра там все. И туда идет месяц, обратный месяц, приходит с поправками, письмо поступило в разорванном конверте, там что-то замарано. Через полк. У нас не было свой номер русской части, естественно. Здесь союз-то была. А там вот, а там цензура. Мы писали, что бы, светлой памяти товарищ мой, Леня Тепляков, он был командир, рядом с нами были верные и надежные друзья, замечательные ребята, но это Кобальт, это боевые подразделения МВД в Афганистане. Он писал письмо одно другу, а другой жене. У него было 2 детей маленьких, значит, жене. И он перепутал адреса на конвертах. И через месяц приходит от жены. А он писал по-честному все, что да, мы тут в месяц 2 дубленки пропиваем, там, если перевести на эти. И вообще тут без спирта никто не летает, ни вертолет, ничего, и мы не воюем. Он... И жена прислала ему: «Леня, у тебя же 2 маленькие дочери, теща в обмороке валяет 2-ю неделю. А он и прислал ему вырезку того письма, которое он отправил своему другу. Помнишь, Юр? Да? Так что тут, значит, бывает же. Вот напиши так что-нибудь, потом сам не рад. Нет, это другую песню. Значит, это бывает так, что в отпуск приезжаешь, да и не в отпуск, а приехав с войны там куда-то, с командировки вернулся. Бежишь не туда, куда надо бежать, да? А приходишь к совершенно почти забытому человеку, да? Который ты когда-то любил. Прошло много времени, а потом война, а потом приказ, а потом чего-то. Ну вот тянет к человеку. Называется «Здравствуй, это я» песня. Человек, который пришел, чтобы просто поглядеть и паре слов переброситься, он все уже знал, ему все уже написали там, что там. Просто память всплывает. Может быть, самые лучшие годы жизни после войны. И он опять улетает. Ну вот, неважно, улетает. Про эту песню. Здравствуй, это я. Прости, без приглашения. Но сегодня 5 февраля. Я хотел тебя поздравить с днем рождения. Что давно не празднуешь, а жаль. Постоим немного у дверей. Я лишь на минуточку, прости. Так бывает в жизни у людей. Вновь пересекаются пути. Да, я загляну в твои глаза. Помнишь, я когда-то в них тонул. Помнишь, как однажды нам разлуку нагадал авиабилет Москва-Кабул. Столько зимы, столько долгих лет. Если год за 3 пересчитать, я не осуждаю, что ты, нет, не имею права упрекать. Как живешь? Надеюсь, все в порядке. Замужем писали мне друзья. Помнишь, как с тобой в старом парке прятались под кленом от дождя?
Я запомнил вкус того дождя на губах испуганных твоих. Не смотри тревожно на меня, я от этих губ почти отвык. Очень изменился, что же может быть? Старит нас чужая сторона. Там живут, не прячась от судьбы, потому до срока седина. Что тебе расскажешь о войне? И надо ли рассказывать сейчас? В следующий раз я все скажу тебе, если будет в следующий раз. Счастлива ли ты? Вопрос из киноленты. Где героев сводит хэппи-энд? Так в кино, а в жизни проездные документы. Снова на Кабул через Ташкент. Вон гудит таксист, не может больше ждать. Видно, мало дал ему на чай. Вот и все, меня не надо провожать. Я пошел, будь счастлив, прощай. Спасибо. А это вот песня с войны, одна из серий, там у меня просто двумя, первая, вторая, третья, четвертая. Ну, первая песня. Значит, у меня не было фотографии. У ВВС, у Юрия Ивановича там фотографии висели на стенах, а у меня не было. Я послал письмо жене. У меня же близнецы маленькие совсем были еще, вот они. Я говорю, да пришли вашу семейную фотографию, то у меня ничего нету, не на что молиться. Ну, то они, значит, прислали. Где-то через месяц приходят дети рыжие, хотя они у меня, жена рыжая, хотя они у меня белые все и русые. Сидят на меня, смотрю в письме. Один Лешка просит, чтобы я земли прислал, посмотреть, какая в письме, какая там в Афганистане земля. А другой конкретно, патронов мне надо, там пришли. Ну, вот это вот песня такая. Название «Офицерские жены», «Офицерская жена». И Леньке Теплякову, командиру «Кобальта». Желтой пылью наши окна запорошены, третий день афганец бродит по горам. Я письмо тебе пишу, моя хорошая, из провинции Нагорный Бадахшан. Мне поют про горы грусть магнитофонная, а вокруг столпились горы наяву. И живу я здесь с засадами, колоннами, да еще твоими письмами живу. Где отмечено, в уставе ли, в Коране ли, для чего живет на свете человек? Здесь сошлись два века в противостоянии, век 20 и 14 век. Здесь не верю ни в Аллаха, ни в Иисуса я, 10 заповедей душу не томят. Вся религия моя, головки русые, сыновей, что с фотографией глядят. Ни к чему здесь новомодные традиции, все уставы здесь не значат ни черта. Пью я водку с подполковником милиции, он милиции московской не чета. Пью за дружбу боевую настоящую, пью за то, что он не смотрит свысока, что меня он ни ходячего, ни зрячего 5 часов тащил по скалам до полка. Может быть, мои сумбурные каракули разбирать ты будешь слезы, не тая. Только сделай так, родная, чтобы не плакали письма папины, читая сыновья. Только верь, и по законам человечности будет встреча, будет новая весна. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Ты маяк мне, затерявшемуся в вечности, по призванию офицерская жена. Спасибо. Вот еще два письма. Ах, нет, ну ладно. Сейчас.
Есть без указания он всем женщинам, которые нас любили и ждали. Ждали в Союзе, ждали в Афганистане и любили там и там. Так что вот. Этот мир без тебя просто голые скалы, от палящего солнца не спрятаться в тень. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракетой, и погибшим друзьям не закончен счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Этот мир без тебя после рейда усталость, недописанных писем скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душах надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и нечаянных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя, он расколот войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Это песня «В новогоднюю ночь». Мы с Ивановичем праздновали вертолетчиков тогда. Вадим Бурага был еще жив. Многие были еще живы. И там я написал. Я не знал и не хотел. Мы с Вадимом собирались, вот еще дослужим немножко, поедем в Союз, сядем на машины и поедем вдоль всей границы, в том числе вдоль афганской по всем республикам. Но у него трагическая судьба. Вадим сгорел, сын его Вадим Вадимович, мы с Колей Комиссаром, да, были живы Вадима родители, была жена его жива, Нина, красивая очень женщина, на 2 года всего пережила. Значит, потом Вадима усыновил бабка с дедом, дядя Витя и баба, тетя Саша. Вот. Потом они умерли, потом Вадим Вадимович поступил в Суворовское училище, окончил, потом военное училище. Погиб вместе с молодой женой, разбился на машине. Так что от рода Бурага осталась только Люда одна. А это написано, я ничего не знал, просто так, про вертолетчика. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. А внизу земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистания
разлеглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы ДШК. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракетой алой высветят право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракетой алой высветят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гадания и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества, даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять земля Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. Еще одно письмо. Вот честно, не очень устали. Правда? Не знаю, там уже. Еще одно письмо. Ну, вы знаете письма, как писали там, да? Что все отлично, загораем, там купаемся, не знаю, бананы, мартышки, попугаи, там, оазис там где-то, все прекрасно. Писать ничего другое было нельзя, чтобы не расстроить никак. Так что вот такая песня. Жив и здоров, не контужен, не ранен, об остальном догадайся сама. В Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится в строчки письма. В Афганистане, в Афганистане жизнь не уместится в строчки письма. Ты не прочтешь в популярном романе, как проверяются судьбы в бою. В Афганистане, в Афганистане время историю пишет свою. В Афганистане, в Афганистане время историю пишет свою. Даже на самом широком экране не показать, что такое война. В Афганистане, в Афганистане правда оплачена нами сполна. В Афганистане, в Афганистане правда оплачена нами сполна. Кто-то поднимется, кто-то не встанет, сердце разбив о гранитную твердь. В Афганистане, в Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. В Афганистане, в Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. В Балхе, в Герате, Казни в Бадахшане, в скалах Саланга, в песках Чардары. В Афганистане, в Афганистане время
не выветрит наши следы в Афганистане, в Афганистане. Время не выветрит наши следы. Помнить и ждать, не клянись на Коране. Знаю, не веришь ты в эту муру в Афганистане, в Афганистане. Белое солнце встает поутру в Афганистане, в Афганистане. Белое солнце встает поутру. Так что жив и здоров. Эта песня называется «Вальс четвертого года войны», так ее назвал. С удивлением узнал от Юрия Алексеевича, что там 2 года назад она, оказывается, первое место по всей Европе заняла. Там, чего-то там где-то как-то. А хотя я не считал ее самой лучшей. Но первый раз я спел «Майские звезды», по-моему, год 89-й какой-то был там. Сразу после ансамбля. После ансамбля Халиловского, который спел песню «Мы уходим». Я потом прочитал, что это песня Халилова, не того, который по Халилова. На магнитофон записывал я это все. И мы получили по 150 рублей, первые призы. И только много лет спустя в этой песне я уговаривал везде, где-то он говорил: ребята, это... Я даже знаю, кто по фамилии, кто из главпура поменял строчки «Чем ты, земля, Афганистане?» Нет, «Чем ты, великая держава?» Написал там «Чем ты, земля, Афганистане?» Чем она виновата? Тут даже мы пришли. Но эта песня мирная практически. Вальс четвертого года войны. Еще никто никуда не уходил, да никто даже намека не был, что куда-нибудь, кто-нибудь, когда-нибудь выйдет там. Слышен небесом кружится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив уходит старый год. Что было в том году? Дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка. Да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска. Да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон с аккордами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. И добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружил. Плывет, качаясь, вальс над древними горами, не слушая войны, не ведая границ. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами,
пожатием нежных рук, шорохом ресниц. Пусть голос твой охрип, но нету в звуках фальши, кончающийся год и не зарастет бульем. Играй, пилот, играй о том, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Играй, пилот, играй о том, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. После тревог спит городок, я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далеко отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Не слышен, не весом, кружится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод. Звучит случайный вальс, и над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и под его мотив приходит Новый год. Спасибо. Спасибо. Еще одна сугубо мирная песня, но про войну. Про некое событие, которое здесь-то не имеет значения, а там очень даже странное явление началось. Но если целый день идешь, там колонн идет по ступице, там, в грязи, в пыли вернее, то если пойдет дождь хороший такой, неожиданный, то будет грязь по колено. Там. Ну вот, несмотря на эту грязь по колено, происходило вот нечто такое. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И дождю, подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. Дождь идет в горах Афгана, на колонны, караваны, словно суры из Корана, струйки тянутся с небес. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном АКС. Дождь стучит по горным склонам, по машинам, по погонам, и шипит на раскаленном, утомленном АКС. Дождь идет в горах Афгана, позабытый и желанный. Память светлая о доме, дальнем доме и весне. И отплясывают рьяно два безусых капитана, два танкиста из Баглана на залатанной броне. И отплясывают рьяно два безусых капитана, два танкиста из Баглана на залатанной броне. Дождь идет в горах Афгана, пересохшим речкам манна. Он, конечно, не российский, не родной. Местный бог от взрыва злея, из созвездия Водолея на войну обрушил дождик, этот дождик проливной.
Местный бог от взрывов злее, из созвездия Водолея на войну обрушил дождик. Этот дождик проливной. Дождь идет в горах Афгана. Это странно, очень странно. Мы давно уже отвыкли от обилия воды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды. И дождю подставив лица, все пытаются отмыться от жары столетней пыли, серой пыли и беды, серой пыли и беды, серой пыли и беды. Песня такая, у нас, ну, у нас в Афганистане, в смысле, там у них, где были мы, там, что вот с точки зрения моей было отсутствие альпийских гирей. То есть они готовились где-то чего-то, поэтому все горные дела, все затыкались десантурой. Поэтому из десанта... Володь, не обижаешь на слово десантура? Там песни пели. Вот. Легендар 345-й прошлый десантный полк. Маковей Володя, вот он сидит. Значит, там десант его. Ну, он уникальный же, там, и род войск ВДВ. Но нужна была горная подготовка. Что в горной подготовке? Вооружение, экипировка, да? Умение лазать там по скалам, как запорожские альпинисты. Но их было мало. Их готовили где-то там, где у нас горы, там, в малом количестве. Поэтому... Вот эта песня, как хотите, называйте. Хотите ВДВ, хотите спецназ, хотите и горные егеря, хотите альпийские егеря. Да, в общем, песня называется «Маршрут судьбы». Когда лезем вверх, есть задача, есть точка, куда надо прийти. А что там будет, неизвестно, что в этих самых... В востоке области туман, горы занавешены туманом, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном. Но пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира, горький военторговский Памир у подножья горного Памира, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Генералу вызван командир, уточнят маршруты и задачи, а мы сидим, глядим на этот мир. Маршрут еще не обозначен. Вот такая, братцы, постараль. На войне бывают постарали. Занесло ребят в такую даль, где они от роду не бывали, где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Вышен озадаченный комбат, увеличить требует БКшки, орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Орлы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины вскоре заревут и поднимут в небо нашу роту, где верстовые судьбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. А внизу раскинутся поля стеганым лоскутным одеялом. Скутные,
но все-таки земля лучше, чем снега. За перевалом нас вертушки высадят, уйдут, просвистев натуженно винтами, и ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками, где на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Спасибо. Спасибо. Про горы. Не знаю, повезло, не повезло, но мы в горы, в предгорье Памира мы и были, на точке сидели. 200, 200, 300. Юрий Иванович, равнина Бадахшан, сколько там от моря? Сколько? 1400. А дальше Памир, там? 1400. Ну, Бадахшан, Файзабад там, да. Бадахшан город там начинается. Ну, горы. Значит, там некоторые в хорошую погоду, некоторые, видно, они в вечном снегу. Там тут куда дальше, на восток, северо-восток, туда дальше. Но это... А действительно, я помню, на фотографии, которые сделал Витя Солодовников, раскрасил их там, впечатляет. То есть можно выйти, на крышу залезть и посмотреть вокруг горы, зимой, все они белые. Я почти позабыл те бои и походы, только вот почему-то забыть не могу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу, как стоят, подпирая небесные своды, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Мы карабкались ввысь, как на исповедь к Богу, не прощая грехов ни себе, ни врагу, и глядели на нас молчаливо и строго горы в белом снегу, горы в белом снегу. И глядели на нас молчаливо и строго горы в белом снегу, горы в белом снегу. Этот снег, что веками лежат на вершинах, где ни троп не сыскать, ни проезжих дорог, покорился ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатских сапог. Покорился ни танком, ни бронемашинам, только стертым подошвам солдатским сапог. И тогда запылали огнем перевалы, и от взрывов трещала броня ледников, и в жестоком бою нам земли не хватало в этом море огня и холодных снегов. И в жестоких боях нам земли не хватало в этом море огня и холодных снегов. Я немало бродил по морям и по сушам, но в чужой стороне, на чужом берегу вспоминал почему-то хребты Гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Вспоминал от чего-то хребты Гиндукуша, горы в белом снегу, горы в белом снегу. Там в больших городах плещет море людское, от потока машин нескончаемый гул, закрываю глаза, и встают предо мною
горы в белом снегу, горы в белом снегу. Закрываю глаза, и встают предо мною горы в белом снегу, горы в белом снегу. Горы в белом снегу, как великое чудо, словно в пене волна замерла на бегу. И покуда я жив, никогда не забуду горы в белом снегу, горы в белом снегу. И покуда я жив, никогда не забуду Бадахшанские горы в жемчужном снегу. Спасибо. Лирической песни деревенские можно спеть? Да? Ностальгические песни. Ну, я же деревня Власева, и там мне написано, что я деревенщик, да. Я отставной полковник, деревенщик, и очень люблю свою деревню. Там отец мой похоронен, там и меня похоронят. Значит, лето кончилось, мы ожидаем, вот скоро начнется, и начнется все сначала, начнется одно и то же. А? Сугубо мирная песня, про любовь, в общем-то. Вот там у нас два тополя стоят, старинные, древние, лет по 200. Раньше, когда народ был много, там шли костры, пели песни, пили водку, там собирались все молодежь. Но теперь никто не поет, молодежи нет, молодежь в города убежала. Я там почти что ветеран в этой деревне. Даже собак уже нет, все, истребились. Там вот воспоминания. Вот и все, и костры погашены. Да, деревня называется Власьево. Вот и все, и костры погашены. Возле власьевских тополей скрылось лето за дальней пашней. И не жалей его, не жалей. Все, что было, уже вчерашнее и до будущей весны. Он совершенно знает, да? Отшумели романы пляжные, отоснились шальные сны. Ах, осенние расставания, и, как водится, с давних пор несерьезные обещания, безответственный уговор. Остается молчать и хмуриться, сигареты в сердцах дымя. А вон она проходит по улицам, и не твоя уже, и не моя. Облака потихоньку катятся, собираются вдалеке. День другой, и дожди заладятся, и туманы сползут к реке. И неспешно собравшись силами меж осенних холодных звезд, загрунтует зима белилами этот власьевский пестрый холст. И неспешно собравшись силами меж высоких холодных звезд, загрунтует зима белилами этот власьевский пестрый холст. Да, спасибо. Какую-то песню я забыл, что-то хотел. Так, сколько времени, друзья? 17:43. Последняя песня, знаю, какую? Значит, песня, вы заметили, она отнесена в раздел, с чего начинается песня в книге, да, кто заметил? «Батальонная разведка», потому что она посвящена Великой Отечественной войне, моему отцу и фронтовым разведчикам. И эта песня написана была в 75-м году, значит, когда я сидел, защитил диплом и ждал, когда допустят меня в конструкторское бюро секретное на работу. Вот эту я песню написал. Потом с ним у нее интересная судьба. Ну, кто-то встречался с Верстаком давно, офицерский вальс, решили сделать в штабе ВДВ в Москве, разведуправление там. Мы с Верстаком пришли туда, за батальон разведки я спел, подходит ко мне, да, говорит, хорошая песня. Я помню, а он старше меня, полковник, значит. Я помню, в кадетке мы ее пели, я так говорю.
Здорово там все дело. Потом кто-то подходит, выбросили там строчки про языка, про проволоку. И говорят, вы про что пишете-то? В Афганистане действительно были? Действительно был. А там нет никакой проволоки. А вы были? Был. А где вы служили? Вы ничего не знаете про спираль, Бруно, про колючку, про эти все, чем Курев районы. Ну, в общем, ее перестали петь. Но я спою, как она есть. Значит, ну, да. Авторский вариант. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучали редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится вдруг, тебя навек покинет друг, не осуждай его, война тому виной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали, ордена в разведке, заработанные мной. Тебе наш ротный старшина отдаст медали, ордена в разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбою сядемся за дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил, и чарку полную товарищам нальем. И мы припомним, как бывало, в ночь шагали без привала, рвали проволоку, брали языка. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу и последнюю щепотку табака. Батальонная разведка, мы без дел скучали редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься, Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Спасибо. А эта песня называется «Земляки». Лет 5-6 назад я ее спел в Коломне на 9 мая. Почему в Коломне? Ну, потому что эти районы, Луховицкие, еще другие разделения после войны возникли, а Коломна... Батя мой Коломне жизнью обязан. Он десантником был, лейтенант. Тогда выбрасывали их 28 дугласов, и батя с разведчиками пытались прорвать Вяземский котел, где погибала 33-я армия. Ничего не было, ни мин, ни рации. Ни... Он там 17 декабря 41 года он туда прорвался, генерал Ефремова, и он до 7 до 6 апреля 82 года возглавлял разведку. Как он говорит в своих воспоминаниях, там полками лейтенанты командовали, там уж никого не осталось. А когда пытался выйти обратно, его тяжело ранило, его посчитали убитыми, ребята его забросили в последний самолет, который уходил, и доставили в полевой госпиталь в Коломне, где он пролежал 3 месяца практически. И не хотел никак выздоравливать, пока ему не разрешили курить. Это, но кто-то пришел, я знаю его, Борис Полочин Фельдсман, полковник медицинской службы в Коломне, лагеря полевые, их отводили в соступающей армии, в Коломне он был. И когда он пришел, принял лагерь, он, Фельдсман мне уже рассказывал, не знаю, жив или нет,
К нему пришли, говорит, там разведчик, говорит, не хочет выздоравливать, никак, просит только закурить. Он говорит, да и черт с ним, пусть дохнет, дайте ему папиросы там. Приходит через 3 дня, говорит, ничего, говорит, ожил на 3 месяца. А пришла похоронка на него. Похоронка пришла, что лейтенант Морозов там, где деревня, там, исполняя чего-то, там, в этот, пал в неравном бою, еще чего-то такое, а он жив был. Он настолько был жив, когда... А его отправили потом, он еще тифом переболел, там успел, отправили его на курсы выстрел, где он там проходил переподготовку. И когда нашли забавную телеграмму, вот Ольге Алексеевне, спасибо, раскопала в архивах старых, значит, там был ответ начальника этого, значит, военкомат. Доложу до вашего сведения, что лейтенант Морозов жив, здоров и продолжает здравствовать. А за сим снимите довольствие положенной семье погибшего офицера, все, если вы даете его. Но там и денежному пособию. Но они его не получали еще, а уже сняли там. То есть повестка пришла. Но в это время мама его, моя бабушка, была... Вот почему близнецы-то откуда первые? До года не дожили в эвакуации. Дядька и тетка, я не знаю, кто был. В Уфе умерли до года, не дожили в эвакуации, значит. А он пришел, батя рассказывает. Я, говорит, приехал в Москву, сошел с трамвая, захожу. Сестра у него осталась. Было ей 16 лет, она одна осталась. Она пол моет там туда и торопится куда-то в госпиталь. Он пришел, Надя звонит. Надя, привет! Она в обморок упала, он ее откачивал там. На него дважды приходили похоронки, но нет. И вот Коломна. В Коломне мой хороший друг из 860-го полка Федор. Так что мы земляки, Серега, и с тобой. Это по Коломне я живу. Я вообще выхожу, и когда в Коломне говорю с концерта, говорю, я, на мой взгляд, у нас в России 3 столицы. Москва, Коломна, Луховица. Ну, Луховица, извините, я там живу, значит. Ну, вот эта песня называется «Она земляки». 9 мая, ну, не помню, сколько лет назад пришла. Обниму я березу руками, припаду к белоснежной коре. Я так долго топтал сапогами пыль и пепел дорог на войне. Обниму я березу родную с незажившим рубцом на стволе. Тонкой грудью ты встретила пулю, что была предназначена мне. А там, где мой дом, там, где мой дом, скоро сирень зацветет в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом, помнят ли там о солдате автомат, запыленный в походах, сняв с плеча, положу на земле, и лицо от холодного пота я отмою в студеном ключе. Я дошел от Москвы до Берлина, я до Эльбы дошел, а таки и в огне прикрывали мне спину дорогие мои земляки. Там, где мой дом, там, где мой дом, скоро сирень зацветет в палисаде. Там, где мой дом, там, где мой дом, помнят ли там о солдате? Вот стою на зеленой опушке, надо мною звенит тишина. Не грохочут ни танки, ни пушки, и закончилась эта война. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой. На груди моей пара медалей, орден славы и шрам пулевой. А за рощей раскинулись дали, с непокрытой стою головой. На груди моей пара медалей, орден славы и шрам пулевой. А там, где мой дом,
где мой дом? Скоро сирень зацветет в палисаде, там, где мой дом, там, где мой дом. Помнят ли там о солдате, там, где мой дом, там, где мой дом. Я верю, помню, грустя о солдате. Да, вон уже говорят, что пора заканчивать. Игорь, точно, Игорь, 18:00. А, да, про Пехтуру. Вообще, честно, поэтому последняя песня. Она называется «Мотострелки». Да? «Мотопехота». Называют они сами себя сами, там «Мотопехота». Ну, вот это вот такая песня. Города нас зовут «Мотопехота». Здесь это товарищи Мура. Мотом и в горах до поворота, а за поворотом Пехтура. Эх, пехота, матушка пехота, черт побрал бы этот поворот. В горы шли, была почти что рота, с гор спустились, встал почти что взвод. Где тот камень, что тебя обманет? Где карниз, который подведет? Кто тебя на родине помянет и какие песни пропоет? Эх, пехота, матушка пехота, тяжелые погоны на плечах, в бой идем, как будто на работу, кое-кто вернется в цинкачах. Корабли, а может, самолеты, куда надо, высадят десант, и если только летная погода, если не бушует океан. А пехоте, матушке пехоте, на шторма и бураны наплевать, у пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать. Ядрёна мать, у пехоты нет плохой погоды, всякая погода благодать. Так давайте выпьем за пехоту, гордую владычицу полей, за ее нелегкую погоду, за ее стальных мотоконей, за ее нелетную погоду, за ее нелегкую работу, за ее стальных мотоконей. Но, как всегда, выпить не получается. Не получилось. Потому что... А? Да. БМП взревели по тревоге. Где? Вот, да, вся водка по усам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну, давай, водила, по газам. Эх, пехота, матушка пехота, вот опять вся водка по ушам, по усам. Кто-то там нуждается в подмоге. Ну, мотопехота, по газам. Спасибо. Все. Спасибо, пехота. От ползучего. Привет, пехоте. Все, да, ладно. Да. Всем большое спасибо. Просто огромное. Спасибо. Да я живу вот встречами такими, честно говоря. Спасибо вам. Доброго здоровья. Еще раз с прошедшими праздниками всех, исключительно женщин, наступающим 8 марта. Здоровье будет. Моя бабка говорила умно. Она вообще была мудрая бабка. Она говорила, что про какое-то... Ой, что баба говорила? Много на чего. Она говорила про бабье счастье какое. Вот. Серьезно говорила, без шуток. Это тут бабье счастье, это мои мужики, ничего подобного. Это у вас что-то есть такое? Ну, бабушка, может, простить, она дореволюционная была. Пусть у вас у всех будет бабье счастье. Не знаю, что это такое, нам недоступно. Кодовое, наверное, что-то, но пусть оно у вас...